В минувшую субботу документы на регистрацию в качестве кандидатов от партии «Единая Россия» на выборы депутатов Госдумы 8-го созыва по одномандатным округам в избирательную комиссию Тверской области подали советник президента страны Владимир Васильев и директор Тверского добровольческого центра «Мы вместе» Юлия Саранова. Подробности прямо сейчас. Как и 10 дней назад, при выдвижении своих кандидатур политики пришли в избирком вместе. Регистрация кандидатов – это второй этап юридических процедур. Как отметил Владимир Васильев, безукоризненная четкость всех процессов, через которые будущие кандидаты в депутаты проходят в избирательной комиссии, важна для обеспечения прозрачности и легитимности выборов. Та система сегодня выборов, которая сформирована, она, о ней много сейчас говорят, но для того, чтобы она была вот такой невзламываемой, чтобы она была доступной, удобной и легитимной, необходимо вот выполнение очень жестких требований. Что и происходит. Мы сейчас, когда были, рядом были члены комиссии, которые тоже постоянно контролируют, смотрят, как это делается, как все это происходит. Вы, как средства массовой информации, тоже. Юлия Саранова, в свою очередь, подчеркнула, что видит Владимира Абдуалиевича своим коллегой-наставником не только в юридических вопросах, но и в совместных общественных проектах, направленных на вовлечение граждан в развитие комфортной городской среды и других. Мне очень приятно, что мы сегодня это опять сделали вместе с Владимиром Абдуалиевичем. Он все время мне там дает такие вот ценные, наверное, подсказки, советы, и это для меня очень такая значимая история. Напомним, выборы депутатов Государственной Думы 8-го созыва, а также губернатора Тверской области и депутатов регионального законодательного собрания состоятся в сентябре 2021 года. Голосование будет трехдневным с 17 по 19 сентября.